Honda Accord 2017 года. Такая. Вот цена на Open она идет. Мне на Encore зарядить. Long Island. Honda. Автосалон. Сейчас надо как-то выехать отсюда. Ключей нету, закрыта машина. В принципе, вроде должен выехать. Приехал за Range Rover'ом, загрузил две Акуры быстренько, вот два Аккорда. Вот тут рядышком 15 минут Range Rover. Land Rover, Range Rover. Салон такой недурачный. И буду забирать вот эту вот машину. Салон. Поедет она в Техас. В Даллас. Прямо это сейчас я буду догонять. Типа сейчас будет красиво. Там будет съезжать. СВ. Автобиография. Отделка просто очень мягкая. Это поднимается полосатик. Ребята занимаются тачками. Старые. В Америке как раз есть аукционы подержанных авто. Раритет. Пикап Форд 70-го года за 35 тысяч продал. Да, многие американцы балдеют по таким машинам старым. Таким как кораблям, можно так сказать, на колесах. В итоге вот этого я, кажется, повезу, я думаю, другого. Ну, повезу вот этого. Типа такой спорт режим, спорт стиль. С наклейками 01, General Lee. Да, корабль. Как-то так не очень здесь сделано, краска. Интересно, еще не доделали просто. Буду до ума доводить в Техасе, может. Атланта. Город черный. Если вы боитесь черных и попали в пробку в Атланте, не смотрите в окошко машин. Потому что 95% там черный сидит. Продолжаем ехать через Чикаго, ой, через Атланту, даунтаун Атланты. Классно, конечно, здесь в Америке, когда, я уже много раз говорил, когда хайвей проходит через центр большого города, через даунтаун. Особенно, когда еще пробка, трафик, можно спокойно понаблюдать на даунтаун, посмотреть, разглядеть небоскребы.